Всем привет! Сегодня хочу сплести с вами такое интересное панно, и для этого нам потребуются две палочки по 17 сантиметров у меня и крученая веревка 2,5 миллиметра шириной. Можно взять шире. Нарезаем с вами 7 отрезков по 2 метра, и этого будет достаточно для того, чтобы у нас с вами получилось панно длиной 16 сантиметров. Нам нужно сделать изнаночные крепления, как я показываю сейчас на видео, всех наших отрезков и разделить как бы 5 первых и 2 последних, потому что мы из них уже будем плести наши репсовые узлы. И репсовый узел плетется так, как я показываю на видео. Я надеюсь, что вы с ним знакомы. Если нет, то рекомендую лучше познакомиться на моем курсе. Да? Видео есть, я оставлю также ссылку под видео. И я бы вообще на самом деле назвала это панно прям хардкор по репсовым узлам, честное слово, потому что тут только они, и мы будем делать в одну сторону, в другую сторону, все. Я думаю, что здесь даже как бы нечего объяснять, здесь нужно только уметь плести репсовый узел, смотреть на видео, сколько я плету репсовых узлов, сколько линий будет, да, и в какую сторону, главное, вот это важно, и все. Последнее и заключительное, что будет важно, это крепления, которые я буду делать, прикрепляя вторую палочку внизу. Но я думаю, что вы тоже с этим справитесь, и на видео все будет наглядно и понятно видно. Так что я думаю, что я не буду озвучивать здесь что-то очень много, сильно, важно, где-то останавливаться, это ни к чему. Вот, встретимся с вами, когда уже панно будет подходить к концу, и посмотрим, как крепится вторая палочка.
У нас здесь с вами будет имитация как бы нашего лицевого крепления одной нитью. Мы берем самую боковую нить и начинаем проводить ее так, как будто бы мы делаем лицевое крепление, но одной нитью. И так мы будем делать не каждой нитью, которая у нас висит, а через одну. Тогда у нас получится столько же креплений, сколько мы с вами изначально сделали, то есть 5 и 2. Повторяйте просто все, что я делаю на видео, введите нить точно так же, как я показываю на видео. Далее эти лишние отрезки можно отрезать, и еще я рекомендую каким-нибудь клеем просто так подклеить, чтобы эти концы, так как у нас скрученная веревка, она очень легко распадается на волокна, чтобы эти концы не распадались, можно просто каким-нибудь клеем подклеить для спокойствия, да, и чтобы они не торчали. А так все, на этом наше панно завершается, да, на этом креплении. И я говорю вам, молодцы, что вы справились. Жду вас еще на моем канале. Подписывайтесь на него, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Пишите, как вам это панно. Я на самом деле просто хотела его попробовать. Я даже на самом деле не знаю, оно такое минималистичное, это панно, либо это вообще подставка какая-то. Можно придумать, мне кажется, кучу идей. Еще я подумала, что можно было как-то с цветом поиграть, но хочется все равно всегда опробовать сначала обычный такой хлопковый цвет, а потом уже думать. Ну, мне интересно будет, как у вас все это получилось. Скидывайте фото в Инстаграм и пишите тут комментарии, как вам вообще, как вы справились с репсовым узлом или нет. Пока-пока, до следующих видео.